уважаемые слушатели, убедительно просим вас отключить на время концерта средства мобильной связи. Напоминаем, что фото- и видеосъемка в зале может производиться только по разрешению администрации. Thank you.
заключительный концерт первого международного фестиваля баяна «Баянисты». Открывает программу «Баянист» композитор, руководитель и создатель коллектива «Белый день», теле- и радиоведущий, заслуженный артист России, выпускник Академии музыки имени Гнесиных Валерий Семин. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Знаете, 5 лет, которые я провел в стенах этого замечательного института тогда имени Гнесиных, они не прошли даром. Я познакомился благодаря баяну со многими великими людьми. Он идет со мной по жизни, этот инструмент. И я хочу выразить огромную благодарность всем педагогам, кто жив и здоров. И вспомнить тех, кого уже нет, к сожалению, которые ушли. Дорогие, спасибо за то, что вы мне дали путевку в жизнь. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я родился с баяном там, где Волга река. Моя песня взыграла широка, глубока. Я родился с баяном там, где Волжская гладь. Нам пока еще рано о покое мечтать. Я с баяном родился чудной майской порой. Пела песни мне Сызрань, славный город родной. Я баяну как брату, душу настежь свою. Русской песни богатой я о русском пою. Только пело бы сердце, согревая наш дом. Никуда мне не деться, я с баяном рожден. А где мне взять такую песню? Я любви, я судьбе. И чтоб никто не догадался, что это песня о тебе. И чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, что это песня о тебе. Что песня по свету летела, кого-то за сердце брала, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела. Кого-то в рощу заманила, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела, кого-то в поле увела. И там у клуба заводского и у далекого села от этой песни заминая девчонка милого ждала. От этой песни замирая, девчонка милого ждала, девчонка милого ждала. И чтобы он ее дождался, прижался к трепетным плечам, да чтоб никто не догадался, о чем я плачу по ночам, да чтоб никто не догадался. А чтоб никто не догадался, о чем я плачу по ночам, о чем я плачу по ночам. Владимира Карпалина, музыка моя, душа моя, песня русская. Спасибо! Да здравствует 35!
кричали, кричали громче. Ура! Но сейчас о любви к таким красивым женщинам. Кто ж там вот такой-то? О любви только не словами, а языком музыки. Творческой жизни посвятил популяризации песен советских композиторов и был знаком с Григорием Пономаренко, который написал 4672 произведения. Это великий композитор, народный артист Советского Союза. А недавно познакомился с внуком Бориса Андреевича Макроусова. В этом году 110 лет с дня рождения Бориса Андреевича композитора. И внучкой Алексея Ивановича Фатьянова. Максим — это внук Макроусова, Анчика Фатьянова — это внучка Фатьянова. И Максим на юбилее
своего деда попросил исполнить мне песню, которую мало кто исполняет, из кинофильма «Стрепуха». Для вас, любимые девочки, песня «Я любил одну милую». Но если есть у вас желание, возьмите телефончики, включите вот эти вот фонарики, и будет всем кайф, и будет съемка. Представляете, как вы будете? Итак, для вас «Я любил одну милую». Девчонки, мы вас любим. Любил одну милую, дорогую, хорошую. Сколько было ей сказано, сколько было расспрошено. Я дарил голубые все цветы полевые. Я ей сердце свое подарил, потому что любил. Потому что любил, потому что я очень любил. Но она не ответила, обманула, слукавила. И с любовью несчастную одиноким оставила. Я ей сердце свое подарил. Ну зачем я любил, ну зачем я любил, ну зачем я так сильно любил. Потому что любил, потому что любил, потому что я очень любил. Потому что любил, потому что любил, потому что я очень люблю. Спасибо! Спасибо! Ну и сейчас совместное творение Фатьянов и Мокроусов. Буквально вот сегодня на канале «Культура» смеяться разрешается были эти куплеты курочки. А сейчас 3 часа назад по России, сегодня в Гнезденке. Куплеты Курочкина. Опа! Здравствуйте, милые, не стану, знаю за, что говорю. Небо звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чист. Ой, меня можно обглажить, недостаточно красив. Обо мне все люди скажут, повторим, сердцем чист. Ой, меня можно обглажить, недостаточно красив. Дабы не входить, не унывая, а мимо вашего села. Только стёжка поливала, к вам навеки привела. Ты ничего не жаль для мила, и для друга ничего. А зачем ходить вам мимо, мимо взгляда моего? Я работаю отлично, премирован много раз. Жаль, что только в жизни лично очень не хватает вас.
ходить на воскресенье в 9:45 в кино. А такого объяснения я стучался к вам на дом. Пригласить на воскресенье в 9:45 в кино. Замечательного друга, заслуженного артиста, баяниста. Ну, как вы уже видели все его таланты. Он нам пошел на встречу, нашего музыканта, одного задержали во Франции. Но у нас есть прекрасный друг, который в любое время дня и ночи готов выбежать на сцену и выдать прекраснейшую программу. Спасибо огромное.
Продолжение следует...
Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш концерт, а перед этим, пока еще только никто не уселся, маленькое объявление. Значит, у нас в интернете в последнее время проходил конкурс на лучшее имя для нашего человечка, человечка, который будет олицетворять фестиваль. Вы видели, наверное, внизу на баннере этого человечка, очень красивый, интересный. Конкурс, честно говоря, получился очень жарким. Были многие споры, были финалисты, 10 имен. И в итоге у нас победило имя Обаянчик. И предложил его Анна Лосьмаськова. И сегодня здесь находится ее представитель Михаил, который, как оказалось, совершенно случайно, может быть и специально, оказался тоже баянистом. Михаил, можно тебя на сцену пригласить? Где Михаил? Наш Михаил какой. Привет, Михаил. Ты занимаешься на баяне тоже, я знаю, да? 4 года. О, молодец. А ты вообще откуда сам? Из Подмосковья, город Раменское. О, как классно. Ну, Михаил, я тебе дорога в Академию открыта. Приезжай к нам в гости. Приезжай на мастер-классы. Поздравляю тебя с победой. И у нас в качестве приза, кроме рукопожатия 3-му месту и VIP-билета 2-му месту, Михаил еще у нас получает вот такую банку огромную башкирского меда. Этот башкирский мед собрали трудолюбивые пчелы Башкортостана. У меня там есть пасека, специально вот летал летом, специально думаю, надо мед привезти Михаилу. Ну, Михаил, будешь мед кушать и будешь здоров. Спасибо. Ты поднимешь такое? Тяжелее, чем баян? Столько же? Поменьше. Ну, молодец, все, приходи к нам. Юра. Спасибо большое, продолжаем фестиваль. Ренцо Руджьери и джазовое трио Даниэля Адиянса в составе Даниэль Адианс фортепиано, Михаил Дмитриев, контрабас, Михаил Фотченков, ударные. Попурри на два известных джазовых стандарта My Favorite Things and Footprints. Ренцо Руджьери. Thank you.
Стильфидарда, «La Lettera» Ренцо Руджьери. Thank you.
Паоло Ди Сабатино. Thank you.
Пикколо вальсе Франческе, Ренцо Руджьери. Thank you.
Петрович Ерий. Thank you.
особенно нашему гостю Рэнсу Джерри и Даниэль. Я очень благодарен, что вы смогли организовать такой замечательный фильм. Они очень много репетировали, всего лишь 10 часов утра сегодня, до 12. Недалеко от Москвы, в городе Магадане, живет и трудится композитор, воспитанник института имени Гнесиных. В 70-е годы он окончил в классе известного композитора, нашего профессора Николая Ивановича Пилько. Его песни пели и поют многие странные исполнители, в том числе Ирина Пановская. Его сонату сыграли почти все известные баянисты мира. А вчера на этой сцене прозвучала московская премьера симфонии «Апокалипсис» для баяна и камерного оркестра в блистательном исполнении нашего педагога, лауреата международных конкурсов Михаила Бурлакова. Сегодня за заслуги в баянном искусстве награждается композитор, который считает себя единственным учеником Золотарева. Они оба родились и жили в Магадане. Мы приглашаем на сцену Александра Нагаева. Серебряного диска фестиваль «Баян баянисты». Дорогие товарищи, у нас на этом фестивале гости из Италии. У нас Ренцо Руджери сегодня играл. Приглашаю на сцену Роберто Аскани, он специально приехал на наш фестиваль. Я приглашаю на сцену президента Международной конфедерации аккордеонистов, замечательного музыканта и бизнесмена, у него в руках фирма «Скандали». Мирко Патрини, I invite you to the stage. Thank you so much for invitation to Moscow. Festival of Baian and Baianista. I'm honored to be here. Дорогие друзья, я очень рад быть здесь. Большое спасибо за приглашение. I'm pleased to inform you that the City Council of Castelfidardo in the session on 29 November 2018 unanimously
decided to confer you the title of ambassador of the accordion, reserved for the artist who contributes with the words to promote and disseminate culture and knowledge of the instrument in the world. Я рад сообщить, что городской совет города Кастельфидардо на заседании 29 ноября 2019 года единодушно решил присвоить звание посла аккордеона, предназначенное артистам, которые посвятили свою жизнь и творчество продвижению и развитию культуры и искусства в аккордеоне во всем мире. I have the honor, therefore, to invite you to Castelfidardo. For the withdrawal of the special recognition during a special celebratory session of the Council, which will be held next year in accordance with your commitments. Для меня честь, я имею честь пригласить вас в Кастельфидардо на вручение этой специальной премии во время специальной торжественного заседания совета, который пройдет в следующем году. I thank you deeply for your artistic work. I would like to take this opportunity to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to you. С Новым годом и Рождеством, дорогие друзья! Спасибо! Спасибо. Я, честно говоря, я даже не знаю, о чем разговор. Я посмотрю, что там внутри в этом конверте. I think now we have to listen Mirko Patarini, please. Good evening, everybody. On behalf of the Confederación Internacional des Accordionistes, CIA, that everybody knows, of course, I wish to thank you, and I'm so grateful to the organization of this great event for the 31st time. От имени Международной Конфедерации Аккордеонистов CIA, организатора Кубка Мира, я поздравляю вас с этим замечательным событием, благодарю всех организаторов за проведение этого фестиваля уже в 31 раз. So many, many thanks to Professor Friedrich Lips and the organizing staff headed by Alexander Gataulin. Огромная благодарность лично Фридриху Липсу и Александру Гатаулину и его команде за организацию. Above all, I want to thank you to the wonderful, I call the temple of classic accordion, Gnesing Academy, for giving us, for the Coupe Mondiale and for the all international competitions and festivals, a large part of musicians and players. И особенно я хочу поблагодарить Российскую Академию Музыки, эти стены, эту атмосферу, и деятельность Российской Академии Музыки, который, и этот фестиваль, который дают всему миру, всем другим фестивалям, конкурсу Кубок Мира, музыкантов самого высокого уровня. We are very happy and proud of the collaboration of the Russian associations with the CIA. As president, I am very happy. Of course, we have here vice president, it's Professor Vyacheslav Semyonov. От лица Международной конфедерации аккордеонистов я хочу поблагодарить Российские ассоциации баянистов и аккордеонистов, которые плодотворно сотрудничают с нами. Я как президент Международной ассоциации, но здесь присутствует и вице-президент Международной конфедерации аккордеонистов Вячеслав Семенов. And the cooperation with the MABA Association, that is the first one of
the first members of the CIA, where the vice presidents are Vyacheslav Semyonov and Professor Friedrich Lips. So thank you very much for all cooperation and above all for forming so many young talents. Спасибо еще раз, спасибо огромное и за все, и в особенности за те молодые таланты, юные дарования, которые мы здесь услышали. Thank you.
Спасибо.